Друзья, всем привет! Опять я на рыбалке. Почти 6 часов. На воде красота. Сейчас будем пробовать ловить рыбку. Начну я, наверное, все-таки с рудры. Поставлю рудру и попробую здесь вот на границе с лилиями половить. Поехали. Поставил рудру. Будем рыбку будить. Приманка у нас шумная. Будем пробовать. Вчера на рыбалке был. Поймал одну неплохую щучку. Очень много шнурков. Вот она плещется в лилиях. И попробую ее туда достань. Близкие. Ну, с первого заброса не клюнуло. Это уже хорошо. Может и не хорошо. Не знаю. Это по вере такого рыбаков, что с первого заброса. Красота, тишина, птички поют, уточки летают. Речка просыпается. Не хочет она просыпаться. Вчерашняя уточка, почти домашняя, сейчас будем кормить. Я поставил рудру, и есть поклевочка. Но судя по всему, это небольшая, но все равно радует. Радует, что рыбка есть. Да, это мелкая. Свечи делаем. Вот такая вот рыбка. Я отпущу и взяла опять на границе с лилиями. Вот такая вот щучка. Мы ее отпускаем. Пусть плывет. Поднялся ветерок и сразу клюнула рыбка. Но хочется ж побольше. Красивее экземпляр.
там Борис Борисович квочит. Но у него пока тихо. Друзья, поменял рудру на ратлин. Вот зацепил щучку. Сейчас попробуем еще покидать туда. Я есть рыбка. Опять на рудру. Полчаса прокидал. Но я не знаю, что это. Мелочь, наверное. Хотя не мелкая, с килограммчик будет. Вот. Сейчас будем снимать. Все прекрасно, только я забыл кукан в машине. Сейчас придется возвращаться. Рыбу пока повесил в камыши на веревке. Сейчас поплыву за куканом. Ну все, закончил я рыбачить. Сильный ветер. Это я стал в такой заводе, скажем так, чтобы не сильно дуло. Рыбы было сегодня много. Камеру не включал, потому что ветер задувает, то есть было бы неинтересно. Рыбы много, но мелкой. В основном работала сегодня рудра. Сейчас покажу своих щучек. Пойманы они все на рудру. Железо молчало, силикон молчал. Стоит она вся в траве, в лилиях. Рыбалкой доволен, рыбка есть. Вот, вот они мои красавицы. Надеюсь, на следующей неделе похолодает, температура воздуха понизится, водичка остынет, и тогда, я думаю, рыбка будет более активна. Все, друзья, всем, кто смотрел, огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Не хвоста, не чешуи. Да, еще хотел бы сказать, кто хочет приобрести себе рудру, или у кого есть, наверное, те знают, что под рудру нужен крепкий, хороший шнурок. Минимум единица. Ну или разрывной нагрузкой, там минимум килограмм 10. Воблер не из дешевых, потерять его очень жалко. И ставить подлиннее поводок, потому что если попадается нормальная щука, то поводок 15-20 сантиметров легко она может срезать. Воблер интересный, удачно ловит рыбу. Все, друзья. Еще раз всем спасибо, всем пока, подписывайтесь на канал, не хвоста, не чешуи. До новых встреч, всем пока.